Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов, их автобиографии. Бениньо Босси. Итальянский художник, рисовальщик, гравер, мастер оформления интерьера. Данные я беру из Википедии. Родился 31 июля 1727 года. В юности Босси хотел учиться живописи у Помпео Батони, но смерть мастера лишила его такой возможности. Художники Менкс и Дитрих порекомендовали Босси заняться гравюрой. Некоторое время он жил и учился в Нюрнберге и Дрездене. Но во время Семилетней войны в 1760 году ему пришлось покинуть Саксонию и отправиться в Пармское герцогство, где он нашел покровительство. Бениньо Босси – автор многих графических работ и техник афорта, акватинты и сложной техники, называемой карандашной манерой, введенной французским гравером Жилем де Марто. В герцогском дворце в Парме, построенном по проекту Петитто, на втором этаже находится зал птиц. Босси представил в этом зале в росписях и рельефах 224 изображения птиц различных пород. В своих произведениях Босси следовал переходному стилю от барокко к неоклассицизму. Скончался художник в Парме 4 ноября 1792 года. Вот так вкратце из Википедии о итальянском художнике, рисовальщике, гравюре, мастере оформления интерьера Бениньо Босси. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.